Мы пошли в кино, вот наши билеты. Билеты в порядке. А что у вас в рюкзаках? Мы только со школы. Не успели зайти домой и оставить рюкзаки. Да, как только уроки закончились, мы сразу в кино. Вы же знаете, что в кино нельзя носить свою еду и напитки. Да, знаем. Хорошо, тогда проходите. Хорошо, что они никогда не проверяют рюкзаки. Ага, принести еду проще простого. Только постарайся не мусорить, чтобы он не заметил. Хорошо, а теперь давай смотреть фильм. Вот и все, фильм закончился, прошу на выход. Что здесь происходит? Этого не продают у нас в буфете, а значит, его пронесли мимо меня. Эй, вы двое, просыпайтесь! Что такое, фильм уже закончился? Фильм уже закончился, а ваши проблемы только начинаются, я вас предупреждал. Простите, раз этого больше не повторится. Сейчас же делайте уборку. А почему мы? Мы здесь не работаем. Либо вы убираете, либо я вызываю полицию, вы попадаете прямиком в картонную тюрьму. Выбирайте. Не надо, мы сделаем уборку. И чтобы я больше этого не видел. Привет, как в кино сходили? Плохо, фильм был скучным, и мы заснули. А потом охранник поймал нас с едой и пришлось убирать. У меня для вас есть билеты в кино. На этот раз фильм точно интересный. Ну-ка, покажи-ка. Да, на такой фильм я пойду. Нужно собрать еду. Подожди, вас же только что выгнали из-за еды. Может, не будем ее брать? В кино без еды? Ну уж нет, я не согласна. Тогда давайте купим в буфете кинотеатра. В буфете неинтересно, там мало еды. Ладно, но если нас поймают, отдуваться будете сами. Покажи, что ты взяла. Я взяла сладости, чипсы, орешки, колу, все, что нужно для кино. Отлично, то, что надо. Ладно, пойдемте, может, он ничего не заметит. Эй, просыпайся, вы на работе. Тихо, не надо его будить. А как же проверить наши билеты? Давайте тихо пройдем, он ничего не заметит. Но ведь так неправильно. Пронести еду в кинотеатр тоже неправильно. Нет, у меня рюкзак вкусняшки, не хочу их потерять. Ладно, идемте, только тихо. Куда это вы собрались? Где ваши билеты? Вы так сладко спали, мы не хотели вас будить. Билеты, быстро! Хорошо, а теперь покажите рюкзаки. Раньше вы никогда не проверяли рюкзак. Это было раньше, а после вчерашнего я стал внимательней, так что показывай. Ну вот, смотрите. Я так и знал. Мы не будем это есть. Честно-честно, мы купили это домой. Ну вот и кино дома посмотрите. Значит, вы нас не пропустите? Конечно нет. Мое терпение кончилось. А ну-ка вон отсюда. Ну вот, не хватало еще пропустить кино из-за ваших сладостей. Давайте просто оставим их здесь и пойдем в кино. Ну уж нет, без еды я никуда не пойду. Нужно подумать, как пронести ее мимо охранника. У меня есть идея. Мила, мне нужна твоя рука. Зачем? Чтобы спрятать сладости. Думаешь, он поверит? Сейчас увидим. Надеюсь, на этот раз у вас нет еды? Нет, я оставила рюкзак дома. А что с твоей рукой? Ударилась. Странно, пару минут назад она была здорова. Я же говорила, что он не поверит. Тихо ты, веди себя спокойно. Что вы там шепчетесь? Можно мне посмотреть? Нельзя, ты можешь ей сделать больно. Не бойтесь, моя мама врач, она меня всему научила. Ай! Я ведь ничего не сделал. Все равно больно, ай! Так, все, хватит, вы покалечите нашу подругу. Ладно, можете проходить, только аккуратно там. Получилось, мы пронесли сладости. Мне уже рука чешется, разбинтуйте ее. Только не это, кажется, сладости растаяли. Я так и думала, что это плохая идея. Там есть карамельки, они не тают. Я не хочу карамельки, я хочу шоколадные. А я вообще чипсы хочу, почему мы их не взяли? В твою руку и так не помещается много сладостей. И тем более чипсы бы поломались. Фильм еще не начался. Может, сходим, возьмем чипсов и шоколадок? А как же охранник? Мы что-нибудь придумаем. Постойте, вы куда? А как же фильм? Мы вернемся, когда закончится реклама. Странные они.
У нас есть 10 минут, чтобы собрать все необходимое, пока не начался фильм. Я хочу зефирки. А я чипсы. А я шоколадки. И как мы пронесем все это мимо охранника? Он нас так просто не отпустит. Давайте каждый спрячет у себя по чуть-чуть, так охранник не заметит. Ты придумай, как взять чипсы. Ты придумай, как взять зефирки. А я займусь шоколадками. Как же спрятать чипсы? О, придумала. Скажу охраннику, что это новый модный рюкзак. Он все равно не разбирается в моде. Охранник в жизни не догадается, что это не настоящее украшение. Что это ты придумала? Я чемпион Олимпиады. Это мои медали. Шоколадные медали? Неплохо. Все готовы, тогда пойдем. Постойте, а вы куда? Мы уже показывали вам наши билеты. Показывайте снова. А теперь обыск. Что, какой обыск? Раньше такого не было. До фильма пару минут, может пропустите нас? Смотрите, что я нашел в зале, пока вас не было. Наверное, осталось от прошлых посетителей. Как они могли? Кроме вас там никого не было, так что вы протащили еду мимо меня. Кстати, твоя рука уже выздоровела? Да, вот как раз к врачу ходила, чтобы снял бинты. Очень интересно. Ну-ка, давай посмотрим твою сумочку. Ты красиво лазить по чужой сумке. А может там видеокамера, оружие или вообще еда? Ничего там нет. И вообще она очень дорогая. Если вы что-то сломаете, придется покупать новую. Либо показывай, либо в кинотеатр. Никто не пройдет. Ладно, ладно. Кто же носит чипсы в сумке? Да еще и мой кинотеатр. Придется все конфисковать. Ваша сумка. Можешь оставить себе, она мне не нужна. Правда? А я думала, она дорогая. Теперь мы можем идти? Нет, сначала показывай, что у тебя. У меня ничего нет, ни сумки, ни рюкзака. Я чувствую, от тебя пахнет зефиром. Меня не обманешь. Зефир? Какой зефир? Ничего не понимаю. Ой, мое украшение, это подарок от мамы. Заберешь после фильма, если я его не съем. А ну стоять, я не давала разрешения. Я вообще-то чемпион Олимпиады, я должна бесплатно ходить в кинотеатр. Я смотрел Олимпиаду и что-то там не помню тебя. Видишь медали, они все за первые места. Пропусти или будешь иметь дело с моим тренером. Так и знал, все твои медали фальшивые, они из шоколада. Ой, а я не знала. Ну да, конечно. Пустите нас, пожалуйста, фильм вот-вот начнется. Никто из вас не пойдет в кинотеатр, пока не избавится от еды. Пойдете, что мы что-нибудь придумаем. А могли сейчас сидеть в кинотеатре и есть карамельки, но тебе захотелось шоколада. Эй, не надо меня винить, вообще-то ты чипсы захотела. Я вообще была против того, чтобы брать с собой еду. Не ссорьтесь, у нас еще есть время, чтобы попасть в кинотеатр. На этот раз пойдем без еды. Нет, я так просто не сдамся. Я тоже, у меня есть идея. Это для меня, а это для Америки. А мне? Ты же сказала, что тебе не надо еда. Значит, обойдешься. Тогда я сделаю такие же очки для себя. А это мои очки. Нет, Амелька, в этих очках мы совсем ничего не увидим. Поэтому ты будешь проводником. Хорошо, но вы обе должны будете поделиться со мной конфетами. Эй, смотри, куда идешь. Простите мою подругу, она слепая. А вон та, тоже твоя подруга? Вы пропустите вас в кино. Зачем вам в кино? Вы же слепые. А мы будем слушать. Да, я обожаю, когда в мультиках поют. Странный у тебя вкус. Ладно, проходите. Фух, наконец-то можно снять очки. До конца фильма я отсюда не ногой. Там охранник быстро одели очки обратно. Ну в них же ничего не видно. Как мы будем смотреть кино? Я буду рассказывать вам, что происходит. Обалдеть, вот это да. Что там? Я тоже хочу посмотреть. Не снимай, без очков охранник поймет, что мы притворяемся. Амеля, расскажи, что происходит.
Ого, там такое вообще. Я потом вам все расскажу. Какой потом? Я сейчас хочу. Я на эти билеты потратила все свои карманные деньги. Я так больше не могу. Я должна посмотреть. Ого, как круто. Вы видели, как он ему врезал? Я ничего не видела. Эй, я все вижу. Никакая ты не слепая. Вы меня обманули. Ну, молодец, Леона. Из-за тебя нас выгонят. Быстро выметайтесь отсюда. Ну-ка, дай очки. Теперь машите. Поверить не могу, что нас выгнали. Если бы вы сидели тихо, то нас бы не выгнали. Я пришла смотреть кино, а не слушать. Эх, нам бы хоть напитки с собой взять. У меня появилась идея. Я знаю, как пронести напитки. Аквариум из спрайта готов. С ним же можно в кино? Пустой аквариум – это подозрительно. Там должны быть рыбки. А рыбок у меня нет, зато у меня есть. Аквариум с рыбками. Надеюсь, твой план сработает. Стоять, а что это у вас? Аквариум с рыбками. Зачем вы принесли его? Рыбы тоже будут кино смотреть? Нас попросили последить за ними. Какие-то странные у тебя рыбки, они вообще живые? Это очень редкие рыбы из океана. В правилах не написано, что аквариум запрещен, значит, нам можно пройти. Подожди-ка, а ну-ка дай мне этот аквариум, я хочу посмотреть рыбок поближе. Не дам, вдруг ты его разобьешь, можешь посмотреть с моих рук. Ладно. Эй, ты чего делаешь? Вкусные у тебя аквариумы, сладкие, рыбки, наверное, тоже сладкие. Эти рыбки любят жить в сладкой воде. Думаете, я ничего не понимаю? В вашем аквариуме спрайт, а рыбью это конфеты. Ну-ка, брысь отсюда! Мы же половину фильма пропустили, нет смысла идти туда. Нельзя сдаваться, мы должны уделать этого охранника. Выставляют нас дураками. У меня больше нет идей. Зато у меня есть. Прицепим это к одежде, у меня есть план. Теперь вы даже не пытаетесь спрятать сладости. Какие сладости? О чем ты? Это мерч. Какой такой мерч? Видел канал на ютубе Амелька-карамелька? Это мой мерч с карамельками. А разве это не настоящие карамельки? Не трогай, это модные дизайнерские украшения. Все-таки я должен проверить. Эй, дай! Снова сладости? Так и знал. В такой одежде я не могу вас пропустить. Оденьте что-то менее сладкое, если хотите в кинотеатр. Бесполезно. Как только он видит нас, сразу понимает, что мы прячем сладости. Конечно, мы столько раз его обманывали, что он уже ни во что не верит. Тогда можешь сделать так, чтобы он нас не узнал? Как это? У меня есть идея. Мы превратимся в строителей. И как нам это поможет пронести сладости? Вот так, все наши инструменты съедобные. Хорошая идея, я тоже кое-что сделала. Здравствуйте, ребут кинотеатров. Мы вас не вызывали. Ваш начальник позвонил нам и вызвал. Впервые об этом слышу. Нам нужно отремонтировать стену в кинозале. Можно мы пройдем? Ладно, проходите, раз начальник вызвал. Так, а это еще кто там с тобой был? Это мои помощники. С ними я справлюсь быстрее. Хорошо, но мне придется проследить за вами. Не нужно, мы справимся. Нужно, это моя работа. Я думала, мы лишь притворяемся строителями, а не будем работать. Поверить не могу, что мы мажем шоколадную пасту на стену. Ваша краска так вкусно пахнет. Амелька, это и есть твой план? Я не знала, то, что он будет стоять и следить за нами. С меня хватит, я не собираюсь работать за бесплатно. Эй, как же ремонт? Потом доделаю. Наш рабочий день закончен, теперь нам пора. Можете съесть краску, а дай шоколада. Кто же так работает? Эх, любители. Если мы сейчас же не вернемся в зал, все пропало. У меня есть еще одна идея. Надеюсь, в этот раз нам не придется работать. Мы притворимся рыбаками. А как нам это поможет пронести еду? Мы можем пронести шоколадные конфеты. Точно, червяки. Отличная идея. Так, девочки, у вас есть ведро?
Да, вот. Думаешь, он поверит, что это настоящие червяки? Можешь не сомневаться. Издалека выглядит как настоящие. Ты зачем печеньки ломаешь? Сейчас увидишь. Похоже на землю, ни один охранник не заметит. Готово, теперь идем в кинотеатр, а то фильм скоро начнется. Нам же не поверят, что мы рыбаки. Почему? Рыбаки выглядят совсем по-другому. Значит, нужно одеться как настоящие рыбаки. У моего папы есть вещи для рыбалки, сейчас принесу. Почти как настоящие рыбаки. Не поняла, где охранник? Может, он отошел в буфет? Давайте быстренько пойдем в зал, пока его нет. Мы что, зря в рыбаков переодевались? Не поняла, а это еще как понимать? Алло! Другим, значит, нельзя, а ему можно? Конечно, он же тут работает, ему можно. Ну, сейчас я ему устрою. Эй, что вы делаете? Ловим тебя на преступление, сейчас отправлю твоему начальнику и тебя уволят. Постой, не надо, давай я поделюсь с вами едой. Это наша еда, он отобрал ее у нас. Давай так, ты разрешаешь нам смотреть фильм со всей этой едой, а мы не рассказываем, что увидели. Договорились, садитесь рядом. Подойди, пожалуйста, горшочек земли. Держи. А мне червяков. Жаль, что фильм почти закончился, и мы не увидим, что было в начале. Это не проблема, я могу включить его заново. Правда? Конечно, я же тут работаю. Хотите? Хотим. Тогда устроим ночь в кино. Ребята, вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!